Доброе утро, друзья! В Баку сейчас проходит с 6 по 11 ноября. С 6 по 11 ноября проходит фестиваль театральных коллективов, второй международный фестиваль. Приехали участники из Италии, Великобритании, Эстонии, России, Германии, Ирана. Привезли 16 спектаклей. На 3 из них у меня билеты. Я иду с дочкой, с моей подругой Лилей. Вот вчера мы уже были на одном арии. Вот, очень-очень интересно. Если была бы возможность, можно было бы пойти. Нужно было бы посетить все спектакли. Я думаю, что все будут интересны. Спектакли проходят на многих сценах в Баку. В театре мускомедии, в музыкальном театре, в театре оперы и балета. Вчера мы были в конгресс-центре, около экспозиционного центра имени Гейдара Алиева. Я впервые в этом центре. Потрясающе красивое здание, красивый зал. Все безумно красиво. Короче, театральная жизнь в Баку кипит. Успеваю смотреть афиши, ходить на спектакли. Много наших прекрасных коллективов, много гастролеров. Да, надо подключаться и следить за программой. Итак, друзья, конгресс-зал. Конгресс-центр. Нам достались билеты в задних рядах. Поэтому я приблизила максимально то чудо, которое происходило на сцене. Люди парили в воздухе. Представление было фантастическим. Как они это делают? Как кружатся в невесомости? Это все световые эффекты, трюки, которые известны только режиссеру. Но мы соприкоснулись с чудом. Музыканты сидели на сцене и играли старинную музыку Вивальди, Монтеверди, инструменты эпохи барокко, или подлинные, или максимально приближенные к подлинникам копии. Этот коллектив называется No Gravity, без гравитации. Спектакль арии состоит из 13 танцевальных сцен. Создатель жанра, хореограф Эмилиано Пеллизари много изучал античный театр и театр эпохи Возрождения.
час. Последний пришел в час 10. Потом